Что это такое? Вот, отец Илья, я не знаю вообще, как это появилось, но я видел, что они здесь. Отец Илья это как? Благочин. Вот благочин. Зам. Да, вот только что. Такой старший такой бачка. Да, он мне на год старше. Да? Просто выглядит на 10 лет. Нужно будет у него все-таки спросить, что это такое? Да, вы можете у него спросить, что это за... Ну вот эти коробочки я просто... Старенькие. Вот это что такое? Не знаю, я... Какое-то дерево. А вот там, видишь, а вот там вот какое-то лечебное вот это. А это маслины дикие. Мы называли их ива. Не, ива другое. Маслины. Маслины вот эти, знаете, которые дикие и беленькие. Когда кушаешь их, они собирают, сморщивают. А, может облепиха? Облепиха на жопу. А, это другое, да? Облепиха жопа. Это маслины. Это те, что в Виталии вот эти собирают? Не-не-не-не. Эти черные. В Виталии те, они черные. А они такие вот белые. У вас не растут? Нет. А я не думаю, мне кажется... А, нет, они... Я вам покажу, если у нас, если я с собаками сегодня там гулял, эти деревья. Мы, они там где в середине косточка такая. И... Они используются в пищу как-то? Нет. Ну как где?